Наташа Королёва расплакалась на кремлевском концерте во время представления публики хита «Ласточка». Эту песню в прошлом написал для солистки ее экс-супруг Игорь Николаев. Композиция вошла в альбом «Поклонник», выпущенный в 1994 году. Создается впечатление, что Наташа Королёва до сих пор не может забыть Николаева. 17 января певица трогательно поздравила композитора с днем рождения. Накануне праздника королева записала видео для экс-супруга и тоже не сдержала слез, когда говорила приятные слова в адрес маэстро. Сейчас Николаев женат на Юлии Проскуряковой. В браке с Королёвой он состоял в период с 1992 по 2001 годы. Затем звездная чета распалась. Королёва связала свою жизнь с Сергеем Глушко по прозвищу Тарзан в 2003 году. Сначала певицу устраивали ее новые отношения. Она выглядела счастливой, постоянно рассказывала, как ей хорошо с мускулистым танцовщиком. Однако в последнее время Королёва неоднократно вспоминает прошлое и нередко плачет, когда речь заходит о Николаеве. Задумавшись о причинах такого поведения артистки, можно сделать вывод, что она скучает за маэстро. По всей видимости, Глушко ей порядком надоел, и сейчас Николаев более интересен для Королёвой, нежели законный муж.